В России с сегодняшнего дня выросли тарифы на коммунальные услуги. Если в среднем по стране повышение составило 8,8%, то в Волгоградской области приняты максимально допустимые показатели в 15,26%. Именно настолько подорожала электроэнергия для жителей нашего региона. Если раньше 1 киловатт стоил 3 рубля 21 копейку, то теперь 3 рубля 70 копеек. Расценки на водоснабжение выросли на 12%, теплоснабжение на 11%, на газ на 7,5%. Жители многоквартирных домов будут в среднем платить на 200-400 рублей больше, в зависимости от общей жилплощади и перечня коммунальных услуг. Новые платежки придут волгоградцам в начале августа. К слову, электроэнергия обойдется дороже не только из-за роста тарифов, но и по сезонным причинам. У нас в летние месяцы увеличивается объем потребления энергоресурсов, например, электроэнергии. Да, многие жители включают сплит-системы, и, конечно, в июне, в июле месяце, например, объем потребления электрической энергии будет выше, чем, например, в марте-феврале. Так вот, еще раз повторяю, надо сравнивать предельный индекс с учетом неизменных объемов. То есть надо брать объемы декабря. Льготные тарифы в сфере ЖКХ сохранены, заверили специалисты. Кроме того, жители Волгоградской области могут получить субсидию, если на оплату коммунальных услуг уходит больше 22% от общего дохода семьи. Правда, те, у кого есть долги за квартиру, такую выплату не получат.